Наталья, кто успел выпить на Новый год? Поднимите руки. Так, так, так. А мало успел. Отлично. Вот у нас есть те, кто уже прямо здесь начинает пить. Ну что, готовы кричать? Готовы шалить? А шалить по-взрослому? Ну давай, заяц, задавай свои загадки, а мы будем говорить отгадки. Друзья, главное последнее слово за вами. Друзья, давайте дружно пошалим, громко и задорно покричим. Я прочту стихотворение, чтобы поднять вам... Отлично! Так, следующий славный праздник Новый год. Очень любит весь народ. Верим, что придет всерьез к нам любимый... Много сладостей, конфет. И, конечно, для Марины принесет он... Мандарины! Правильно, мандарины, молодцы! Будем мы вовсю резвиться, петь, шутить и веселиться, в игры разные играть и, конечно... Выпивать! Слушай, кричат выпивать, танцевать и очень плохое слово не буду говорить. Ну, вообще танцевать, но выпивать тоже можно сегодня. Праздник, Новый год, в конце концов. Нам домой под Новый год кто-то из лесу придет. Вся пушистая в иголках, а зовут ту гостью. Молодец! Я вижу, как активно кричат мужики. Мужики, вы молодцы, я вас люблю. Станет елочка в углу, у окошка на полу, на ней снизу до макушки разноцветные. Правильно! Ай, молодцы! И последняя загадочка-кричалочка. Год мы с вами проводили, дружно год сейчас встречаем, в мире будем жить в согласии, с Новым годом, с новым! Отлично, зайка, слушай, ну, на самом деле, я вам признаюсь, я у деда шунишка и люблю пошалить. Пошалите со мной. Ой, а почему нет, не девчонки кричат? Девчонки, а мы где мужики? Шалунишки! Отлично, ну что, тогда у меня такой вопрос. Вы умеете отгадывать загадки? Тогда отгадывайте вместе и дружно. И грузинский, и армянский, с новым каждому земляк. Согревает он прекрасно, называется... Молодцы, отлично. А такой вопрос, что стреляет в Новый год? К нему тянется народ. Игристая, прекрасная, советская... Молодцы! А такой вопрос. Людям всем она нужна. Без нее ведь жизнь скучна. Под картошку, под селедку мы берем, конечно! Вот сразу видно. Все молодцы! Ну что? А такой вопрос. Вчера было хорошо. Когда выпьешь, да еще. Сегодня же не до веселья наступило, брат! Друзья, я надеюсь, что 1 января утром, а точнее вечером, когда мы проснемся, ни у кого не будет похмелья снова!